В многоквартирных домах Ставрополя идет массовая замена лифтов. Меняют те устройства, у которых в этом году истекает срок эксплуатации. К началу лета уже заменили около 40 лифтов. А до конца года в рамках региональной программы по замене лифтов планируется обновить 133 устройства. 8 лифтов полностью отремонтировано, также по 30 лифтам ведется ввод в эксплуатацию. На 8 домах работы начнутся в ближайшее время, и еще порядка оставшихся лифты у нас на стадии проектирования. То есть, до конца года мы все лифты запустим. Лифты современные и соответствуют всем нормам. Срок службы каждого около 25 лет. Однако все зависит от обращения с оборудованием. Каждые 5 лет специалисты будут проводить осмотр лифтов и выдавать заключение о дальнейшей эксплуатации. Всего в этом году лифты заменят в 44 многоквартирных домах Ставрополя. Работы ведутся в рамках региональной программы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, которая в Ставропольском крае действует с 2014 года. За 5 лет в краевой столице заменили около 120 лифтов, примерно в 40 жилых домах. Дарья Семеренко, Павел Селиверстов, Игорь Маслиев, АТВ Ставрополь.